Рашид, за вашим противостоянием очень интересно наблюдать. И вот это вот отношение, вот, которое мы видим сегодня, такое братское, дружеское, оно было на протяжении долгого времени, или это сейчас как-то вы сблизились? Вот такой прием, с чем это связано? Ну, до сих пор не было, но мы общались, переписывались, но мы его сюда пригласили, в Дагестан, он с радостью принял это предложение. Мы общались, переписывались, но таких встреч у нас не было. Это впервые он приехал, мы его так встретили, и он говорит, что меня после Олимпийских игр так не встречали, как здесь. В любом месте. Вот вы несколько дней, даже уже получается? Сколько дней? Один-два дня, по-моему. Уже третий день. Третий день. Вот по характеру. Какой он сам, как человек? Я ему говорю, он такой человек. Ему разницы не будет, где выступать. Хоть проигрывать, хоть выигрывать. На любых соревнованиях. Даже на самый маленький турнир может поехать. Там проиграть ему, это ничего не стоит. Дальше будет бороться. Такой с характером пацан. И я ему говорю, у тебя что-то похожее на кавказца есть. Поэтому такой волевой парень. Да, его любят здесь. Все его так тепло встречают. Вот только детей сюда приехало. И здесь все ему говорят, что мы за тебя до финала болеем. Ну, в плане техники, может быть, есть, чтобы ты ему подкорректировал, если бы он не бывает такого человека, который есть все. Угу. Поэтому у всех есть и плюсы, и минусы, и слабые точки, и сильные стороны. Поэтому и у меня есть какая разница. Но, как бы ни было, он выигрывает. Твои прогнозы на предстоящий турнир, Касаверти, как думаешь, как он выступит на этом турнире из Китая? Я думаю, он должен выступить. Хорошо, если у него не будет никаких проблем. Обычно бывает, когда он же с Америки прилетел, там часовой пояс. У нас где-то 10 часов. Может сказаться акклиматизация. Поэтому если чувствует хорошо себя будет, он должен спокойно выиграть. Отлично, спасибо.